Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я собрал для вас все самое жирное, что ожидает нас в сезоне 1 в ближайшее время. Но для начала, друзья мои, скажите, вы успели себе оформить подписку на Renault G1? Нет? Тогда быстро побежали в магазин, в один клик это сделали, и за 10 дней забрали себе вот эту машину, ничего не делая, просто 10 дней заходя в игру. Ну а потом захотите, продадите за 250 голды, а хотите, оставите себе на память. Кроме того, друзья мои, любителям чего-нибудь внешне нестандартного будут очень рады увидеть КВ2 в новом облике. Кто-то скажет, что историчность машины теряется, и они отчасти будут правы, я сам за историчность в этой игре. Но и для любителей все-таки ничего-нибудь нестандартного, незаурядного тоже необходимо что-нибудь новенькое. И вот это новенькое у вас сейчас на экранах. Помимо этого, друзья, мы сможем забрать с вами абсолютно бесплатно новую премиумную среднюю машину 7-го левела Т-42. Для того, чтобы его забрать, на день рождения Блица будет соответствующий ивент, в течение которого, это целых 21 день, вам необходимо будет сделать ориентировочно 150 побед, и за эти 150 побед абсолютно бесплатно поставить его в ангар. Но к этой новости мы вернемся чутка попозже. А еще, ребят, у нас в игре появится еще одна новая тачка, но уже 9 уровня, коллекционка, тяжелая. Тяжелый танк, объект 452К, который вы видите сейчас на экранах. Да, пускай не самая лучшая броня, но очень классное и удачное орудие. Хотите увидеть абсолютно честные обзоры на объекта 452К или на Т-42, или даже на ту же самую Реношку, у меня эти обзоры уже заготовлены и только ждут момента, чтобы появиться официально на канале. Хотите не пропустить? Подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить выход новых видео. Из игры на время, ребят, будут выводить 5 карт, а именно жемчужный город, будет выводиться из игры порт, промзона, карьер и виноградники. Хорошо это или плохо, не знаю, друзья мои, карты немножко поднадоели, хочется чего-нибудь нового, в то же время разработчики пообещали, что не навсегда выводят, а только на ближайшее время и потом вернут их назад. В то же время могут забрать что-нибудь другое. Потом нас ждет интересный ивентик, но только для тех ребят, которые донатят в игру. Покупая определенные товары в магазине, наборы, вы параллельно с тем будете получать, помимо того, что вы купили, еще дополнительно звоночки. Данные звоночки вы сможете обменивать на Черчилля 8, вы сможете обменять на П-43-06 или, если хотите, на Кунзе Панзера. Здесь уже на любителя. Есть еще другие прикольчики. Помимо всего, есть еще коробочка, из которой может выпасть какая-нибудь годная, прикольная машинка. По-моему, довольно неплохо. Но это, ребят, напомню еще раз, исключительно для тех ребят, которые донатят и закидывают реальные денежки. А вот для тех, кто не донатит, есть вот такое вот игровое событие, о котором я говорил изначально. Побеждайте, собирайте соответствующие купоны, сделайте ориентировочно 250 побед за отведенное время, и вы сможете забрать себе ни много ни мало абсолютно бесплатно Т-42 за 150 побед, и еще где-то ориентировочно за 100-100 с копейками побед вы заберете себе контейнер. Контейнер Экспо содержит в себе одну из машинок, в том числе объекта 452К. По-моему, довольно-таки даже неплохо. Плюс к тому, из золотых коробок может выпасть за голду данный контейнер Экспо. Ну и плюс к тому, отдельно подарочки вы можете открывать за свою свободку. По-моему, довольно неплохо, что-то типа того, что происходит на Новый год. Ну а для тех, кто недавно или давно в игре, разработчики дали возможность забрать вот такую вот халявку к дню рождения Блица. За каждый год того, как вы провели в игре, вы будете получать по 100 золотых монет и 10 тысяч. Для тех ребят, которые 8 плюс лет в игре, есть возможность выбрать себе одну из машин, которая будет вам предложена. По-моему, предложение тоже довольно неплохое. Ничего навязывать. Сам выберу себе то, что мне нравится. Хотите знать больше? Подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, пишите свои комментарии и мнения по поводу того, что происходит в игре. Ну а я побежал снимать для вас новое видео, новые обзоры. Возвращайтесь на канал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия.